На животных в поселке Казанка Ленинского района напали не какие-то неизвестные существа, а волки. Такое заключение сделали представители ветеринарной службы после проведенной экспертизы. Об этом накануне рассказал ливенский телеканал Прин-ТВ. Напомним, только за одну ночь в конце сентября в Казанке погибли более 10 коз. Волк был бы. Он бы или вымя разорвал бы, или бок вырвал, или что-то еще было бы. Вот, да? Ну, дырочка, вот одна отверстие, вот она. И вот две маленьких вот рядом. Ну, большое отверстие, два отверстия маленьких. Вот когти здесь. У них, вот видите, вот три полосы. Вот одна полоса, вторая. Вот вторая полоса и вот третья. И вот здесь вот четвертый, вот, ну вот. Да. Отсутствие рваных ран на телах животных заставили жителей предположить, в окрестностях орудует неизвестный зверь. Произвели патологоанатомическое вскрытие павших коз, разрывы сухожилий, связок. При наличии небольших поверхностных ран, характерных для животных, затравленных хищниками, то есть волками. Полученное заключение ситуацию прояснило, но проблема не исчезла. Волков, орудующих в районе, найти не удалось до сих пор.